Украинцы оплакивают погибших детей, женщин и мужчин от рук российских солдат в недавно освобожденных от русских оккупантов городах и селах Харьковской области. В то же время Владимир Путин объявил референдумы на временно оккупированных территориях Украины о присоединении к России в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. И пригрозил миру ядерным ударом. Наша страна также располагает различными средствами поражения. Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Все эти преступные события заставили лидеров цивилизованных стран немедленно разработать 8-й пакет санкций, направленный против России. О том, что будет включено в этот документ, разговоры уже идут. Путин не делает выводов с тех 7 месяцев войны, которые она длится, и не пытается как минимум деэскалировать ситуацию, идти на переговоры. Но в той части, которая бы касалась возможности отведения войск с территории Украины, наоборот, он проводит целый ряд мероприятий, связанных с эскалацией конфликта, увеличением своих претензий. Он занимается уже недвусмысленным ядерным шантажом. Одним из главных пунктов санкционного списка должно стать ограничение цены на нефть. Это поможет уменьшить шок от запрета на импорт нефтепродуктов, который вступит в силу 5 декабря, а также серьезно повлияет на финансовое положение России. Цена должна быть достаточно низкой. На сегодняшний момент предполагается, что она будет где-то порядка $50 за баррель, может даже ниже. Это существенно ограничит поступление средств от продажи российской нефти в бюджет Российской Федерации. Также Литва, Латвия, Эстония, Польша и Ирландия предлагают санкции в финансовой сфере, ограничить перевод валюты в России. А страны ЕС планируют расширить количество российских банков, которые будут отключены от платежной системы SWIFT. В России еще осталось, по-моему, штук 15 банков, которые используют эту платежную систему, от которой их можно отключить. Вполне возможно, что часть таких субъектов и мы увидим в 8-м пакете санкций. В список попадет и русский IT-кластер. Ограничительные меры коснутся области информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Ужесточается доступ Российской Федерации к высокотехнологическим вещам. Кроме этого, страны ЕС планируют запретить импорт российских алмазов, сократить покупку российской стали и конфисковать российские активы, замороженные в Европе. Вероятно, расширится список российских пропагандистов и бизнесменов. Не стоит тоже пренебрегать этими санкциями, потому что люди, если мы говорим о том, что они применены к физлицу, если это физлицо является учредителем, собственником, членом правления какой-то из компаний, даже частного сектора, фактически, если ее деятельность ориентирована на внешний мир, ему придется либо покинуть эту компанию, ну, не говоря о том, что стоимость акций этой компании она будет снижена. Также ограничения и запреты затронут компании, которые помогают россиянам обходить санкции. Есть еще целый ряд моментов, которые связаны с финансовой деятельностью, с финансовыми операциями и возможностью использования там, платежных систем Российской Федерации через союзнические государства такие для Российской Федерации, такие как Объединенные Арабские Эмираты, либо та же Турция, либо Казахстан. В общем, против России уже введено более 10 тысяч санкций. Это мировой рекорд. И как бы российские власти не рассказывали, что они никак не коснутся жизни граждан, санкции действуют. А то Путин не верит, что роются русские на помойках. Поэтому все экономические санкции, которые применяются, они влекут за собой последствия в виде ухудшения финансового здоровья и финансовой мощности экономики Российской Федерации. Окончательный 8-й пакет санкций мы увидим уже после 6-7 октября. Именно тогда европейские лидеры соберутся в Праге для утверждения новых ограничений, наложенных на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину.